Так. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Честно отвечаю, нет, никогда. А вообще эротические сны снятся? Снятся, да? Да. А есть люди, которые вызывают отвращение? Вызывают отвращение люди лживые. Так, а как ты определяешь, лживые или нет? Жень. Ну-ка, не, ну... Но мне уже не так мало лет. Ну, тебе уже есть 18. Все знают, что... 18 с половиной. Точно, есть, я могу тебе сказать, что я в течение своей жизни не сталкивалась и не раз с людьми, которые вызывают не только отвращение, а просто вот смотришь и думаешь, как земля носит. Но носит же как-то. Каждый человек имеет право на существование. У меня такое впечатление, что мы про каких-то общих знакомых сейчас говорим. Вполне возможно, обсудим это после эфира. Давай. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».